Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Виталий, он же Монг, и хочу показать вам альтернативную концовку истории Сэма. Мы посмотрели с вами, как я думаю, хорошую концовку. Он остался, взорвал лодку. Ну, мало ли, что этому Тому, короче, придет в бошку. И он с этой ядерной лодкой, с ядерными боеголовками начнет там терроризировать другие страны, да, ну там поселения. Вот. Сейчас мы посмотрим другую концовку. Мы выберем американский флаг. Ну что ж, сейчас я дойду до туда и включусь. Чёртова лодка. Сэм, пора! Я их в центральном посту задраил. Решай скорей. Сэм, что это значит? Найди их взад! Люк задраен! Ломайте скорее, живём брать! Ну что, выбираем флаг. Отключаться. Рано. Простит, но я не мог поступить иначе. В Москве я был своим среди чужих, а здесь стал просто чужим. Том протянул мне руку. И что с того, даже если он нажмет на кнопку? Новой ядерной войны не случится. Старый мир мертв. На трубе всего лишь добавится язва. Никакая цена не кажется мне слишком высокой за билет домой. Особенно, если платить за него буду не я. Надежда увидеть отца, все, что у меня осталось. Все, о чем я мечтал. Все эти годы.
Ну вот как-то так. Что скажете, ребят, какая концовка? Хорошая, так сказать, а какая нет? Мне кажется, они обе какие-то своеобразные, да? Ну, по моему мнению, вот та предыдущая концовка, вот для меня она хорошая. Потому что как бы и Кэп остался жив. Хотя тогда Том умер. В общем, я не знаю даже. Какое-то двоякое ощущение получается. Если честно. До этого момента я считал, что та концовка как бы, ну, такая самая хорошая. Сейчас я даже что-то не уверен. Ну, ладно, в общем. Пишите в комментариях, будет интересно ваше мнение. Какая же все-таки концовка хорошая? Вот эта или предыдущая? Ну, а это у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока и удачки. А, еще забыл. Нас ждет Doom Eternal. Он у меня уже скачивается. 40 гигов у меня будет скачиваться где-то, наверное, суток полтора. Где-то так. На Таймыре у нас вот такой интернет. Ну ладно. Удачи, пока.